Снова и снова летний читальный зал встречает любознательных ребят в сквере у старого фонтана. В этот раз дети окунулись в мир народных сказок и поближе познакомились с известными персонажами. Детям рассказывали не только о добрых героях, но и о тех, кого часто, а иногда несправедливо называют злыми. Баба-яга, это леший, это кикимора, это водяной. И все они несут как бы отрицательный заряд. Но когда мы к ним присматриваемся, мы понимаем, что эти герои отнюдь не случайны в этих сказках, потому что они заставляют лучше чувствовать добро сказки, понимать ее глубинный смысл. Кроме того, все эти герои, они учат положительных героев правильно себя вести. Любознательная Катя Макушина часто посещает библиотеку, а в летний читальный зал пришла впервые. Девочка погрузилась в атмосферу сказки и продемонстрировала свои таланты. Она не только умело разукрасила картинки, но и отгадала почти все загадки. Разукрашивали раскраски, отгадывали загадки, слушали интересные истории, сказки про, про водяного, про Бабу-Ягу. Варя Зимина – постоянная посетительница читального зала. По ее мнению, каждое занятие полезно и увлекательно. В этот раз она узнала, как можно позвать домового – сторожа домашнего уюта. Надо положить дома на подоконник какое-нибудь угощение, и он на следующий день придет и заберет это. Библиотека имени Маяковского приглашает всех желающих в летний читальный зал каждый четверг в 16 часов. Следующая литературно-игровая программа будет посвящена верному другу человека – собаке.